А в Полтаве справедливости нет. Здравствуйте, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 7 февраля 2022 года, и я хотел бы вам рассказать и показать вот что. Смотрите, это перекресток улиц Шевченко и Симона Петлюри. И здесь вот такой вот провал, ну сейчас начали сделать первый этап ремонтных работ. Но я почему акцентирую ваше внимание именно на это место. В 2020 году здесь образовался провал. И его попытались сделать вид, что ремонтируют. Каким образом? В этот провал было засыпано лопатами какой-то небольшой объем щебня. Потом сверху все это присыпано асфальтом. Аккуратненько его притрамбовали опять же вручную. И через пару месяцев провал все равно начал повторяться. И был ли щебень второй раз, я уже не буду вам говорить, потому что не знаю. Но то, что был второй раз асфальт опять, это я помню точно. Опять приехали, опять насыпали лопатой асфальт и вручную его утрамбовали. Скажу вам честно. Буквально в 2021 году весной там провал уже начал обозначаться по-новому. Проседание пошло опять. В этом году я увидел, что там начали пытаться теперь делать глобальный ремонт. То есть по всему городу мы видим, что произведены разные раскопки, пытаются ремонтировать коммуникации. То же самое начало происходить и здесь. Какой-то промежуток времени, около месяца тому назад, здесь раскопали все, обгородили блоками. И на этом все закончилось на сегодняшний момент. Для меня вопрос в другом. Будет ли опять это сделано качественно? Я думаю, что нет. Отвечу, почему я так думаю. В прошлый раз, когда дважды ремонтировали этот провал, люди и организация, которая его ремонтировала, она, в частности руководство, они понимали, что они не будут нести никакой ответственности за свою работу. И по сей день мы отлично знаем и ни разу не слышали, чтобы кто-то был притянут к ответственности и наказан за то, что вот так безалаберно использовал бюджетные средства. За наши с вами деньги дважды ремонтировался этот провал. И те люди, которые ремонтируют, ну, проводят там ремонтные работы сегодня, точно так же знают, что отвечать ни за что они не будут. И сделают ли они качественно свою работу, для меня большое сомнение. И так по всему городу. Всем хорошего настроения.